Мы переходим к следующему. Пожалуйста, представьтесь и возможности кратко. Добрый день, Уханов Валерий Валерьевич. У меня проблема, вернее, не проблема, вопрос, наверное, проблема. И проблема не только города Маркса и Марксского района, но даже области, наверное, всей страны. Многие в этом зале слышали о том, что сейчас двое маленьких детей удерживают силой в Турции, на границе с Сирией, непосредственно в миграционной тюрьме. Это жители нашего города Маркса, одна из них моя внучка, второй маленький ребенок, родители, которые вывезли этих детей. Я хочу непосредственно обратиться к Валерию Васильевичу. Валерий Васильевич, лично к вам просьба, помогите вызволить детей наших из этой иммиграционной тюрьмы. То есть буквально сегодня, полчаса назад, я получил сообщение, что папа, который там сейчас находится, добился встречи с ребенком. Видео он мне прислал, я могу его показать. О том, что ребенок плачет, просится домой, естественно. Вы представляете, что такое Сирия, что такое граница, что такое миграционная тюрьма. Вот. Куда их хотели везти, дословно нам неизвестно, но мы собственными силами сначала пытались детей забрать в Стамбуле, на границе. Спецслужбы нам не дали этого сделать. Потом их переправили почему-то в Антакию, на границу с Сирией. Сейчас они находятся в этом городе, где находится мой сын, рискуя своей жизнью. Вот. Поэтому личная просьба к вам, помогите спасти маленьких детей, жителей нашего государства. Прошу все СМИ, пожалуйста, обратить на это внимание и как можно громче озвучить это дело. Потому что это серьезное дело, и дело касается маленьких детей. Хорошо, спасибо большое. После мероприятия мы с вами обсудим этот вопрос. После мероприятия не уходите, пожалуйста.